Шестая спартакиада депутатов Якутии стартовала сегодня. Ее проводят в рамках первого съезда депутатов муниципальных образований. Торжественное открытие началось парадом участников. Затем напутственные слова спартакиады высказали представители региональных властей. Отметим, что в этом году шестая спартакиада депутатов собрала рекордное число участников. В течение двух дней 26 команд будут соревноваться в волейболе, настольном теннисе, пулевой стрельбе, шахматах и командных прыжках в длину с места. Сегодня можно сказать о том, что она действительно, эта спартакиада, популярна. Кроме этого, надо обязательно отметить, что данные спартакиады по этим же видам спорта, по пяти видам спорта, проводятся непосредственно среди депутатов того или иного района. То есть, очень хороший стимул, это и личный пример депутатов, что они действительно занимаются физкультурой, спортом. И этим, конечно, заряжает. Кто, как не мы, депутаты, должны показывать пример.